это Mercedes, а в принципе это может быть и не только Mercedes, а абсолютно любой автомобиль. Подключили мониторы для задних пассажиров, все шикарно работает, разные пассажиры смотрят разный контент. Справа сейчас у нас YouTube Маша и Медведь мультик, слева тоже YouTube, но там другой контент. Можно выбрать любые другие приложения, например, онлайн-телевидение, все это делается быстро, по-современному. Все каналы со всего мира к вашим услугам там будут. Сейчас зайдем с другой стороны. Посмотрите, как это все прилично. Вот как это крепится. Это самый простой вариант мониторов, какие у нас есть. Любые другие можете выбрать, посмотреть на сайте.